Московской области эта зима выдалась особенно снежной. Выпало рекордное количество осадков с 1973 года. Во дворах наледь. Неудобно как въезжать, так и выезжать. А все потому, что жители оставляют машины на засыпанных снегом парковочных местах, что мешает управляющим компаниям проводить уборку территории. В связи с этим в городском округе Щелково стартовала акция «Дружные соседи. Чистый двор». Смысл ее заключается в том, что жители домов, заранее между собой договорившись, убирают автомобили из двора на час, а коммунальные службы за это время наводят порядок и чистят проезды. Так, в Щелково у дома номер 3 по Первому Советскому переулку сотрудники управляющей компании «Округ 17» местной администрации, молодогвардейцы и юноармейцы помогли убрать территорию. Также на помощь жильцам пришел депутат Совета депутатов Олег Антонов. Совместно с жителями повесили уведомление об уборке их двора. Они молодцы, хорошо отреагировали, убрали места, машины с парковочных мест. Совместно приводим двор в порядок. Я решил вместе с управляющей компанией почистить снег, чтобы люди могли ходить не по сугробам, а по дороге, чтобы им было удобнее, приятнее и не было скользко. Если вы тоже хотите, чтобы в вашем дворе было чисто, то сообщите в администрацию по почте blag2015mr@mail.ru удобную дату и время. Помните, важно принять решение коллективно, всем двором. Приложите к письму список с номерами телефонов тех, кто готов убрать свой автомобиль. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.